Левчик, будем подстригать тебя? Левчик, будь тик-тик-тик-тик. Сюда не могут заезжать машины, как вы видите. Под открытым небом получается. А вот тут так вот. Сейчас пойдем на киску. По бокам кафе, ресторан и внутри торговый центр и магазина. Здесь сюда Давидка мы ходили подстригать, очень классный. Там на каточке. Кто взял? Волосики? Зачем? Что? А, это та деревья, там. Мерить, сынок. Не доставить чего, тогда я с бабушкой поговорю. Давай, мерить быстренько. Давай, мерить, сынок, не задерживай нас. Мы сейчас идем на другой торговый центр, Чаде или Торт. Он находится на противоположной стороне от торгового центра Сердиван. Вот там торговый центр Сердиван. Привет! Привет! Привет, Дэвид. Когда Дэвидка ходит постригаться. Мы приедем на днях тоже. Ой, да, Дэвид. На днях приедем тоже пострижать его. Видите, как выглядит красиво. Да, будем постригать Дэвидку скоро. Здесь все кафешечки есть. Там находится отель. Тоже сверху очень удобно. Там всякие снимают помещения, офисы. Под то, что хочет, естественно. Как раз мы сюда будем заходить во Фло. Смотреть вход в торговый центр. Мы заходим в обувной магазин. Скидочка. Сандалики. А мы как раз пришли в прошлом в другом магазине. В Измит ездили, мы покупали Дэвидке, купили две обуви. Эта обувь прям сразу он их одел, можно сказать, и отвалилась у него, отвалился ремешок. И потом сотрудник нам пытался поменять, но сказал, что допустил ошибку. Сказал, 800 лир как раз вы можете потратить только в этом магазине. Покупали, у него у этой обуви как раз ремешочек был плохой и оторвался прям сразу на глазах. Дэвидка, это 500 штук. Хорошо, Дэвидка, пойдем эти другую посмотрим, Adidas. Такая. Хороший бренд, US Polo за 800 лир. Yeah, good choice. Bomberjack. This is Kinetics, what you don't like. Мы такую обувь нашли, смотрите, как все. Рибок за 800 как раз таки. Как классный вообще. Сейчас покажу. Смотрите. Мы Дэвидке купили обувь его для школы, да, мы уже показали. Теперь пойдем мы кататься с тобой. Пойдем Левочку. Теперь в Левочку пойдем катать на киску. Да! Торговый центр, смотрите, это Чаде или Торт. Здесь есть такой тоже магазин обуви, там Adidas, New Balance и так далее. Магазинчик спортивный. Найди, Лева, убирай. Опять на эту? Да. Давайте вместе, Дэвид. Мамусь прячет. Хорошо. Если она будет работать. Сели? Окей, you go. I know the stop itself. Я вижу, левый Дэвид. Я не могу вас догнать. Левый Дэвид катается. Снежиночки здесь до сих пор висят. Будь здоров, Зай. Мы вышли. И через дорогу получается вот тоже кафешечки. Кафешки. Так, спасибо, я вам покажу. Мы пришли Дэвидку подстригать, как обычно.
сейчас детская стрижка стоит 500 лир. Месяц назад как раз стоила 400, сейчас 500 лир. Витка уже оброс. Опять. Смотрите, у него волосы обрастают, наверное, за месяц. Вот, сантиметров аж. Не знаю, на 5, наверное. Вот только-только постригали его. И посмотрим потом опять результат. Такой симпатичненький здесь салон. Даже можно наращивать здесь, смотрите. Симпатичненький такой. А вон и Левочек сидит. Левочек, будем постригать тебя? Левочек, будь чик-чик-чик-чик-чик. А он как раз мужик, который постригает Дэвидку. Да, Лео постригает. Нет, вот сюда, на подушку, потому что ему так удобно будет. Помочь тебе? Дэвидке красоту наводит. Как все красиво и ровненько. Вот, подстригли. Покажи спереди, Дэвидка. Волосики? Зачем? Ты что? А, и стадий ревит. Стадий ревит, он топ. Раз, я буду 4. Нет. Нет. Смотри, я тебе покажу. Вон, Дэвид. Смотри. Вон, выбираешь. Он шоколадный, вкусный. Мы слева кушали, он, правда, не съел. Здесь этот кафе Дуньясы очень славится тем, что здесь шоколад очень классный, оригинальный. Вот смотрите, с разных стран: Танзания, Мадагаскар, 65-70%. А еще покажу шоколад какой. Вот здесь полно шоколада. Вот какой шоколад. И говорят, что он здесь очень-очень вкусный. А мы пришли за мороженкой, Дэвидке. Дэвидка, покажи свои линии. Линии покажи. О, какой красавчик. Понравилось? Лайк? Дэвид? Лайк? Вижу. Фромбасы. А здесь со вкусом чего-то, смотрите, это малина, пита фрамбуазлы. Здесь тоже чем-то. Что это? Не знаю, Зай. В таких коробочках красивеньких.